Всем привет! Сегодня у нас суббота, 24 декабря. Я проснулась очень рано вместе с Лёшей. Лёша сегодня опять на работе с самого утра. Я уже сходила в АТБ и хочу сделать распаковочку. Купила наконец-то себе вот такой силиконовый коврик. 179 гривен, по-моему, он стоит. Сейчас я вам точно скажу. Да, 179. Вот такой. Надо, чтобы он отлежался, потому что он весь помятый. Во. Значит, на этом я буду вымешивать тесто и раскатывать. А тот, который неприглядный, на том буду выпекать. Класс. Два творога. Купила вот такие зубные щетки. Так как Рокс мне не видать, поэтому купила фирмы Парадонтакс. Экстра Софт. Очень хорошая тут щетина. Ну, попробую, посмотрю. Оставлю вам потом отзыв. Такие две зубных щетки стоят 108,90. Акция сейчас. Два буряка. Уж очень нам понравилась закуска с буряком и селедкой. Особенно Сони. Поэтому хочу сделать еще одну порцию. Морковь. Сахар. Авокадо какой красивый, и он уже мягенький. И купила себе вот такую мисочку с крышкой. И тут такая подставка, чтобы не скользила, прорезиненная. Такая миска стоит 179 гривен тоже. В ней очень удобно будет замешивать тесто. На пироги, на оладьи, на блины, чтобы не использовать вот эту мою огромную, неудобно иногда. Вот так. Прилепил. Я надеюсь, она прилепится. О, вот так. Все. Вот такая классненькая. Ага. Так, объем 2,4 литра. Нержавеющая сталь. В общем, такая неплохая крышечка. И даже вот тесто, чтобы подошло, или опара, прикрыли крышечкой, в теплое место поставили. И все замечательно. Что такие сегодня хозяйственные у меня покупочки. И еще купила Соне подарок на Новый год. Но уже спрятала, поэтому покажу уже, когда будем делать распаковку подарков. В 10:20 у нас выключили электричество. Сейчас уже 12 часов дня. Я разбудила Софию и приготовила завтрак. И сама буду тоже завтракать, что утром выпила только кофе. Всем приятного аппетита! А кто тут такой сладкий? Кексик, мой хороший, мой красивый котик, да, такой. И вот два красавца. Два красавца? Люлик, Денис, Лёлик, 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 Лёлик. Вот наши старички сладкие. Денис, тебе надо глазки почистить. Все на кухне тусуются. Тут теплее всего. Вот так греются возле батарейки. Все вместе. Настелили одеялом. Сверху простыню накрыли старенькой. И вот так вот все дружненько спят. Приехали на локацию, вид стадион олимпийский, тут бассейн,
Там дети вон аэробикой занимаются. Парки. Бизнес-центр. Вот такой вот. Красивый вид. Вот еще раз удивил автомобиль Renault. Вот так наше центральное сиденье превратилось вот в такой столик. Тут еще вот это вот все так крутится. Вот так крутится. Да, тут так модно все. Подстаканнички тут. Все как положено. Решили мы перекусить перед вывозом фуршета. Салатик будет. Салатик. Сейчас открою. Вилочки нам. Угу. О! Вот еще тут что-то. Сейчас мы глянем, что там у нас интересно. Опа. Оливьешка, да? Нет, это не нет? Оливье. С солеными огурцами. Как этот салат? Я не помню. Вкусный. Короче, вкусный. Да. Вкусные салаты у нас, да. Мы не сильные спецы в этом. Главное, что вкусно. А это у нас идет вместо шаурмы. Угу. Что мы вчера шаурму ели, а сегодня у нас вот что есть. Вот так вот. Неплохой такой у нас перекус будет. Так, Леха, кстати, потому что тягать нам много и высоко. Приятного аппетита. Какой праздник обходится без вкусной выпечки? Поэтому сегодня готовим вкусные имбирные пряники. Сейчас на экране вы видите все ингредиенты, их количество, и я еще раз повторю. 150 грамм меда, 100 грамм сахара, 1 яйцо, 125 грамм сливочного масла, 450 грамм муки, 2 чайных ложки соды, 1 чайная ложка какао, 1 чайная ложка корицы, мускатного ореха и имбирь 2 чайных ложки. В кастрюлю с толстым дном отправляем мед, сахар, какао, мускатный орех, корицу, имбирь. Ставим на огонь, доводим до кипения, постоянно помешивая. Как только начинает закипать, первые вот пузыречки появляются. Выключаем. Добавляем соду. Перемешиваем. И наша масса должна увеличиться в несколько раз. Вот, видите? Пошло. И теперь сюда добавляем сливочное масло. Ой. И ждем, пока оно расплавится. Потихонечку перемешиваем. Когда масса остыла, добавляем яйцо, перемешиваем, поэтапно добавляя муку, замешиваем тесто. Вот такое тесто у нас получается, мягкое, эластичное. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на полчаса. Достаем тесто. Я разделю на две части. Вторую часть пока в холодильник отправлю. И нужно раскатать толщиной 0,5 сантиметра пласт. Теперь нашла вот такие формочки у тети Тани. И давайте будем вырезать. Так, это тоненькое, вот это. Выкладываем печенье на пергаментную бумагу. Духовка у нас разогрета 180 градусов. И выпекаются они очень-очень быстро. Прям следите, никуда не уходите. 8-10 минут. Самое главное, их не передержать. Прошло ровно 8 минут. Я уже первую порцию достала.
Вот такие они. Сначала, когда вы достанете, вам покажется, что они мягкие. Но не переживайте, когда они остынут, они станут более хрустящие. Все, выпекаем все тесто. И потом мы еще с Сонечкой будем украшать. Ну вот, наши имбирные прянички украшены. Мы с Сонечкой на славу постарались. Вот такая красота получилась. Конечно, занимает это очень много времени, но оно того стоит. Красота. И мы уже попробовали. Они очень вкусные. И тут у нас еще много-много их неукрашенных. Вот сюда, вот сюда, сюди. Ось сюди висим, то я туди сюди пристав. Ось сюди квадрат і папери ставлю. Ні, ото хватить. Да? Да. Ну, потім вже поміняємо салати ще. Оформляем комнату в таком стиле черно-белом помещение. Красное кресло, белый пол, белые стены, черный потолок, вентиляция, все обтянуто красиво тканью. Смотрится, конечно, стильно. Там, наверное, выход еще куда-то на балкон, скорее всего. Это окошки. Ролетные шторы. Овощное. Снова сырные шарики. Мяско. Красиво так украшено, оформлено. Тут такие, это рыбка. А это сырные. Да. Ну вот, все накрыли. Соки. Посуда натертая. Блестит. Винчик и бутербродики. Холодные закуски. Любые сырные шарики. А вот есть еще вот такие вот. Надо будет спросить у Олега, чем он их посыпал. Вот такие бутербродики. Снова шарики. Сладкие пироженки. Угу. Салатики. И соусы. Да, ну так красиво все получилось. Только вот людей нету. Я так понял, у них вчера был очень хороший корпоратив. Потому что мы же зашли на кухню, там просто... Я даже снимать не хочу, там просто жесть. И зашел заказчик, говорит, что-то, говорит, время уже, а никого нету вообще. Я так понял, сегодня тут будут те, кто выжил вчера. Вот так украсили. Это бар. Тут будет этот Old Fashion коктейль. Вискарик уже разлили, вернее, бурбончик. Апероль шприц. Аперольчик уже с апельсинчиком залили. Такие трубочки. Пунш безалкогольный. Здесь грог. Здесь линтвейн. Это бар. Такие напиточки.
Открыли мы печенье, которое мама из Латвии передавала. Хочу вам показать. Оказывается, ребята, это не печенье, а это шоколадные вот такие цветочки из шоколада. А сверху вот такая разноцветная глазурь. Она хрустит. Оно хорошо пойдет на Пасочку. Да. На Пасху, на праздник хорошо. Красиво. Будем смотреться. И вкусные. Класс. Спасибо, мамочка. А это видео из Торецка. Нам прислал Вова. Наш замечательный аквариум. Он еще существует. И рыбки себя чувствуют замечательно. Спасибо Вове большое за такую заботу, несмотря ни на что. А вот второй аквариум здесь у нас вуалихвосты. Видите, аквариум закрыт одеялом. И свеча стоит. У нас осталось много синего цвета. Вот Сонечка еще наделала. И мы сели обедать. Я приготовила суп. Такой вкусненький. С ячкой. Тут чуть-чуть мяска. С косточек свиных. И спаржевая фасоль. И брокколи тут есть. И мы вот такими сиротскими бутербродами, конечно, для праздничного стола они такие аккуратненькие, маленькие, а для обычного ужина можно и такой. А в этот раз я натерла на мелкой терке, лучше намазывать, так что имейте в виду, кто будет делать закуску, лучше буряк натереть на мелкую терку. Всем приятного аппетита! Ребята, я начала монтировать видео и только сейчас поняла, что я даже сегодня в кадре не была. Хочу сказать о ситуации в Торецке. Сегодняшняя ночь была очень жаркой. Практически никто не спал. Очень многие районы были в подвалах, потому что гремело во всем городе. Очень-очень жесткая была ночь. В течение дня сегодня было тоже громко, периодически. Ближе к вечеру, после 6 часов, начали включать электричество. Включили на Желкопе, на Бесу, Забалка, на Халовка, микрорайон. В других районах пока электричества нет. Начали люди греться, готовить, кушать. В общем, чуть-чуть отходить начали после ужасной ночи. И из-за того, что нет электричества очень долгое время, соответственно, и связь плохая. Вчера вообще невозможно было дозвониться ни вечером, ни ночью. И сегодня только удалось поговорить с родными. Вот так. Накормила Лёшу. Сейчас будем греть кастрюли, купаться, потому что нет воды никакой, ни холодной, ни горячей. Электричество есть. Вода горячая пропала еще ночью, а холодная сегодня пропала днем. Непонятно опять, почему. Зато батареи все горячие. Ну вот, заколдованный дом какой-то. Я оставила снова заявки, ну, посмотрим. А электричество практически целый день сегодня есть. Выключали часа на 3 или на 4 сегодня днем. И вот до сих пор есть электричество. Я всем желаю мира, добра. Увидимся с вами обязательно завтра. Я вас всех поздравляю с праздником. С католическим Рождеством. Пусть будет мир в вашем доме, благодать, смех, веселье. И побыстрее этот весь ужас закончится. Всем мира!